Доброе утро, мои творческие инопланетные товарищи. С вами Мантейка, и наконец-то я могу с вами нормально поговорить, потому что, честно, последние пару недель я не могла разговаривать более там 2-3 минут, и потом я начинала дико кашлять, и это было, ну, вообще неприятно, поэтому вот. А у нас с вами сегодня Инктобер, и вы уже могли, наверное, заметить, что я выкладываю гораздо больше видео, когда мне не надо разговаривать. Мне очень хотелось с вами поговорить, потому что тема сегодняшнего Инктобера – это United, то есть единение. И для меня, наверное, единение – это такая дико-дико больная тема, потому что я все-таки человек, который достаточно сложно заводит, ну, скажем так, близкое окружение. И я очень придирчива к людям. Ну, не столько придирчива, сколько, знаете, наверное, очень сложно от меня добиться доверия. Я действительно проверяю людей. То есть тот человек, которому я доверяю, я буду ему доверять все до конца своей жизни, потому что я этого человека проверила до такой степени, что я знаю, что он меня не предаст. Раньше я действительно легко доверялась людям, и это сыграло со мной несколько достаточно злых шуток, поэтому, несмотря на то, что мне хочется доверять людям, я заставляю себя это делать, чтобы в дальнейшем, ну, не было больно, знаете, потому что, когда ты доверяешь человеку, самое страшное – это то, что человек это доверие не оправдывает. И вот и тогда ты сталкиваешься с тем, что ты вроде как доверился человеку, а человек тебе сделал пакость. И это действительно неприятно. И с одной стороны, хотелось бы отплатить человеку тем же, но, опять же, очень не хочется падать до того уровня. И к чему я это все? Для меня единение – это прежде всего доверие. То есть я часто получаю от людей сообщение из разряда там: ты такая классная, ты мне нравишься, там, твое творчество – это просто зашибись. И вы прекрасно знаете, что если вы добавляете меня в соцсетях, я добавляю вас и разговариваю с вами, я не имею ничего против этого, не дай Боже. Я обожаю с вами общаться на самом деле. Но для меня есть четкие границы. То есть я могу называть человека другом, но при этом я могу этому человеку не полностью доверять. И на данный момент у меня в жизни есть действительно несколько людей, которым я доверяю. И, Боже, как же это классно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы и у вас были такие люди, которым вы именно доверяете в своей жизни. И причем реально доверяете. Вот. Так что пишите, если у вас есть такие люди, и что для вас вообще единение, скажем так. А с вами была Мантейка. Хорошего вам воскресенья и до новых встреч, дорогие.